Пау, друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале новый ролик, это вопрос-ответ. Я в Инстаграме делал опрос, где вы, если хотели, конечно, задавали вопросы разные, и сегодня я буду на них отвечать. Так что, друзья, если вы не подписаны на мой Инстаграм, так что ссылочка в описании, переходите и подписывайтесь. А мы начинаем видео. Поехали! Так, друзья, у нас первый вопрос. Сколько лет ты занимаешь видео? Сколько лет ты занимаешь видео? Мне кажется, эта девочка хотела спросить, сколько лет ты занимаешься уже на Ютубе. Но я отвечу на этот вопрос. Я занимаюсь где-то уже год, чуть больше года. Следующий вопрос. Какой у тебя телефон? Телефон у меня iPhone 7 Plus. Да, кстати, друзья, это все настоящее. Смотрите, вопрос. Телефон. Все, видите? Там можно так листать, да. Все есть. Друзья, все по-честному. Привет, я твой подписчик. Артём Крупный, да. Привет. Как ты относишься к подписчикам? Вроде нормально, никого там не обижаю. Да, я отношусь к вам круто. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы подписываетесь, ставите лайки. Так, вопрос на украинском. Может, кто поймет. Ты любишь цукерки и Новый Рик? Конечно, люблю. Это же Новый год, там конфет разные дарят. Можно на Новый год повеселиться с кем-то, с друзьями, с близкими, там, например. То есть, да, я люблю и Новый год, и конфет. Спасибо за вопрос. Хочешь ли ты переехать в какую-то другую страну? И лично я нет. Мне в Украине нравится здесь все хорошо, кроме дорог. Да. Все идеально, кроме дорог. Если бы были дороги, страна вообще была крутая. Так, Дима, вопрос от тебя. Ты бы продал свой канал? Если бы продал, то за сколько? Нет, я бы свой канал не продавал. Лично, ну, это же мои все-таки подписчики, не твои, не чьи-то там. Так что нет. Лучше начинай сам и добивайся всего сам. Какая твоя самая заветная мечта? Фух, сложный вопрос. Возможно. Я очень сильно хочу прыгнуть с парашюта, но не знаю, одобрят это родители или нет. Возможно, как-то через пару лет прыгну с парашюта. Если честно, я очень хочу прыгнуть, то есть, друзья. Тоже хочется пишите в комментах. Тебе есть девушка? Нет, девушки у меня нет. Сколько тебе лет? Какой интересный вопрос. Мне кажется, что мне 13. Почему раз в неделю выпускаешь видео, почему не через 2 дня? Если честно, видео снимать, ну, чуть сложно, потом их еще долго монтировать, экспортировать. Вроде правильно. А потом еще выкладывать. Короче, это занимает много времени. И да, еще я чуть ленивый. Ленюсь снимать видео. Сколько тебе лет? Где ты живешь? Я живу в Киеве, в Украине. И мне 13 лет. Хочу видео. Так. Ну, если хочешь видео, тогда вот. Вот, смотри, вот ты уже видео. Да. Ты уже попал в видосы. Ты быстро делаешь уроки. Кстати, кто не знает, у нас в школе есть самоподготовка, на которой там мы делаем уроки, если мы не успеваем, мы берем их домой. Лично я, бывает, как бывает, бываю все делаю там за час, за полтора, где-то так. Час-полтора я делаю уроки, если не успеваю, тогда может два с половиной, это максимум. А потом я сажусь за компьютер и с Олегом играю CS, да, вот так. Бываю, просто прихожу домой, когда уже сделал уроки и делаю там, ну, снимаю видео. Когда новый влог? Если честно, я не знаю, будут влоги. Что подтолкнуло тебя снимать видео? Ну, смотрите, у меня обычная история. У моей сестры есть канал My Little Nasty. Вы знаете, что у нее есть канал, у нее там уже 1,5 миллиона подписчиков. И она начала снимать видео. У нее все пошло, у нее все было отлично. И я подумал, почему бы не сделать свой канал. Я вот сделал. За сколько купил квадри? Если тебе интересно его характеристики полностью все, его цена, вот где-то вот тут сейчас будет его название, вот такое, где-то вот тут. И если тебе интересно, если вам интересно, просто забейте его в интернете и найдите. Какая твоя любимая компьютерная игра? Любимая, возможно, Counter-Strike. Что ты делаешь в свободное время?
Лично я в свободное время больше всего я сижу в телефоне или сижу в компьютере. Бывает там выхожу на улицу, на квадрике катаюсь. Что у тебя есть, кроме квадроцикла? Если интересно, у меня летом было видео, когда ко мне приезжал мой брат Ярик Трамп. Тоже есть такой канал на ютубе, посмотрите, Ярик Трамп. Он ко мне приезжал, и мы делали небольшой обзор на мой весь автотранспорт. Так что, друзья, переходите на мой канал и посмотрите это видео. Очень хорошая фраза. Улыбайся, и люди подтянутся. Кто-то нравится, если да, то кто? Да, мне нравится кто-то. Это девочка. В каких магазинах любишь одеваться? Передай привет Кире. Кира, привет. Я люблю, если честно. Вот летом я нашел магазин Кроп, может кто знает. И там мне понравились вещи разные. Я туда часто приезжаю и покупаю разные вещи. Кто тебе Катя и Макс? Мне они родственники, брат и сестра. У тебя iPhone 7 Plus или iPhone XS Max? У меня 7 Plus. Когда я делал обзор на XS Max, это был папин телефон, а не мой, друзья. Так что, друзья, 7 Plus. Мне 7 Plus, честно, нравится он. Ну, неплохой же телефон, да. Напишите в комментариях. Когда будут видео с квадроциклом? Ну, пишите идеи, какие вы хотите увидеть видео с квадроциклом, какие видео вообще вы хотите увидеть у меня на канале. Пишите, я буду читать, и если будет хорошая идея для видео, я обязательно сниму. Чего в разных носках? Я не в разных носках, я в одинаковых. Честно. Не верите? Видите? Одинаковые носки. Одинаковые. Большинство людей задают один и тот же вопрос. Сколько тебе лет? 13. Самые интересные вопросы, друзья, я уже прочитал. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вы хотите еще такие видео, там, где я читаю ваши вопросы, отвечаю на них, пишите в комментариях, я буду читать. И, друзья, кстати, кто пишет в комментариях, что я не читаю и не отвечаю комментарии, я их читаю. Я их читаю, но не на все отвечаю. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно на мой инстаграм, друзья. На инстаграм подпишитесь, там много интересного. И всем пока, друзья, до новых встреч!